взрыв на заводе. Окей, мне надоело это дерьмо. Нужно закончить разборки с рядами, раз и навсегда. Лысый установил бомбу в мусоровоз. Бомба на таймере, так что у тебя будет мало времени на размышления. Бери машину. Будь осторожен на дороге. Лысый сказал, что бомба может рвануть от любого столкновения. Они откроют ворота для мусоровоза, так что ты без проблем проедешь на завод. Припаркуй мусорку между двумя резервуарами с бензином и быстрее сматывайся. Пусть пойдет дождь. Нам нужен библейский апокалипсис, а не какая-то дешевка. Всем привет, ребят, с вами Алексей24, мы продолжаем проходить игру GTA 3 по миссиям. И в данный момент нам, я как понял, нужен... Нам нужно взять мусоровоз. И позже на него благополучно установить бомбу. Но ехать на нем придется... Я бы сказал, очень аккуратно, что ли. Так, едем по короткому пути. Нифига себе. Я разбил и не проехал. Да вы что, ржете, что ли? Я не понял. Так, сейчас, секундочку, спокуха. Сейчас я еще раз попробую. Ну, хотя бы вот так. Бежим. Забор разбил и машину тоже. Ну, нормально. Минус 8 здоровья. Вот он, мусоровоз. Так, есть. Повреждение. Понял. Надо аккуратно, с ювелирной точностью, короче, я как понял, подъехать в пункт назначения. Так, а я не понял, а куда ехать дальше-то? А, вот сюда. Все понятно. Ну что, ребята, собираем мусор. Так, ни одного... Ёлки, а время же дали. Я только обратил внимание... ладно. Ну вот он, наш мусоровоз. Прикольный. Так, ладно. Меньше 2 минут осталось. Я думаю, мы успеем доехать. Ну, он сам под колеса лег. Короче, надо это все объехать. Лишь бы никуда не втельмяшиться только. А я не понял только, а бомба уже стоит, получается, в мусоровозе? Так что получается? Ну, походу, получается так. Да ё-моё, вы специально, что ли, тут все встали? Тут вот то, что время стоит, меня немного это напрягает. Так, а мне интересно, а я той хоть дорогой-то поехал? Я просто говорил вам, наверное, уже я карту не совсем хорошо помню. Я думаю, доедем, кстати, автобусики. Или бусики. Ага, плюс один к повреждению, понял. А, не, в принципе, минута осталась. Вот я перед мостом тут всегда заворачивал. Все, я вспомнил. А, теперь, я думаю, мы доедем. Так, есть. Иди отсюда. Таксисты вечно лезут, куда их не просят. А, есть, погнали. Я как понимаю, надо объехать, что ли? 39 секунд. Блин, я бы их передавил бы вообще с радостью. Так, едем. А, его еще припарковать, что ли, надо? Аккуратненько. Паркуемся. Включи бомбу, быстрее сваливай. Как скажете? Я думаю, пойдет. Задание выполнено, 30 тысяч баксов. Был завод, нет завода. Ребята, на этом серию я заканчиваю. Увидимся в следующей серии и всем пока.